При проведении проверок объектов с массовым пребыванием граждан было выявлено около 700 нарушений правил пожарной безопасности. Крупные торговые центры Рязани, которые могли закрыть из-за несоблюдения тех или иных требований, продолжат свою работу, так как они устранили имеющиеся нарушения. По инициативе прокуратуры в отношении 232 лиц, в том числе и руководителей предприятий, и ответственных должностных лиц этих центров, торговых, кинотеатров, индивидуальных предпринимателей, были возбуждены административные производства. Административные производства, по результатам рассмотрения которых виновные лица повлекли административную ответственность в виде наложения значительного административного штрафа. На текущий момент проверки продолжаются. Особое внимание сотрудники МЧС обращают на наличие системы извещений людей при пожаре, на наличие и количество средств пожаротушения. Проверяется работа пожарной сигнализации, состояние путей эвакуации, выходов и уровень подготовки персонала. В этой связи по инициативе вице-губернатора Рязанской области Игоря Михайловича Грекова сейчас нами совместно с юридическим управлением правительства разрабатывается распоряжение правительства Рязанской области, где мы постарались в законном порядке, согласуя с прокуратурой, все-таки заставить обучаться охранников всех охранных предприятий. Это новое такое введение, такого пока нет нигде, где бы субъект федерации обязал этому охранные структуры. Охранников в торгово-развлекательных центрах и других объектах с массовым пребыванием граждан обяжут проходить очную форму обучения. На данный момент программа разрабатывается, но уже известно, она будет занимать не менее 72 часов. Я надеюсь, что небольшой курс обучения, обязательного очного обучения, позволит нам минимизировать вот такое состояние дел, когда эвакуация людей осуществляется неуправляемой и отключается сигнализация, ну и другие недостатки, которые мы с вами видим. Охранников планируют обучать в Рязанском учебно-методическом центре. Они получат как теоретические, так и практические знания. Что касается расположения кинотеатров, то те, которые уже есть, проходят нормативы. Но уже сейчас при строительстве крупных объектов кинотеатры будут стараться расположить не выше второго этажа. Олеся Котровская, Олег Парамзин, телекомпания «Город».